На днях в Екатеринбурге в епархиальном управлении педагогическому сообществу была представлена новая образовательная интернет-площадка в помощь учителям. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который, говоря языком светским, еще и трудится министром образования всей Русской Православной Церкви, вместе с областным министром образования и молодежной политики Юрием Биктугановым встречались с участниками курсов повышения квалификации преподавателей основ православной культуры и светской этики и рассказали им о созданной интернет-площадке сообщества учителей «Клевер» лаборатория, которая помогает учителям учить и учиться самим. Все мы ездим по дорогам, все мы стоим в пробках или какие-то у нас есть впечатление от этих перемещений. Вот представьте себе, что вот замечательный автомобиль, прекрасная заасфальтированная дорога, расставлены замечательно знаки на этой дороге, светофоры работают, указатели, все прекрасно. Но если за руль садится неопытный водитель, то он при отсутствии этого опыта может даже при идеальных всех внешних условиях может создать и пробку, и какую-то неприятную дорожную ситуацию. Вот та же ситуация у нас происходит и в системе образования. Написаны программы, учебники, выделены часы, включены в сетку, выделены ресурсы, что оплачивается работа учителей. И вопрос в том, что мы должны дать такую квалификацию педагогу, чтобы он был виртуозным водителем, чтобы он действительно от этого процесса, как водитель хороший, от вождения получает удовольствие, и окружающие тоже это чувствуют, понимают. Вот так же и чтобы педагог, приходя в класс и рассказывая об основах, о духовных основах жизни нашего общества, чтобы он себя чувствовал уверенно, чтобы он был подготовлен, чтобы он точно, ясно, доходчиво до сознания и сердца каждого ученика доносил те ценности, которые в течение тысячи лет были сформированы, собраны в нашем Отечестве. В Свердловской области сегодня мы совместно с нашей митрополией начинаем новый курс повышения квалификации для педагогических работников, используя университеты, институт миссионерский, именно по очень важному для нас сегодня направлению. Это основа православной культуры и светской этики, для того, чтобы у наших педагогов была уверенность, знания и те основные проблемы, которые возникают при обсуждении вопросов у родителей, у наших школьников, а что такое православная, основа православной культуры, в чем заключаются их основы, какие предметы, какие темы будут изучаться. По этому поводу на ум приходят два момента. У нас в школах преподают сейчас, конечно, не закон Божий в чистом виде, но вот в Штатах до середины прошлого века именно его преподавали, а потом в 50-х годах отменили. Ну, потому что все, Бога нет, новое время, прогресс и все такое. Ну и как-то забыли. А потом уже где-то в 80-х годах вспомнили. Оглянулись, посчитали, как говорится, и прослезились. В первый же год после отмены преподавания закона Божьего в школах США преступность в тех же США выросла на 30-40%. За второй год еще на 30%. В итоге за четверть века на 1000%. И некоторые улавливают тут взаимосвязь. В России до февраля 1917-го тоже был Бог, потом отменили, страна умылась кровью и рассыпалась. Момент второй. Преподавание основ православной культуры, как и любая человеческая деятельность, требует совершенствования ее участников, расширения кругозора, знаний, возможностей, учета возникающих нюансов. Ну а как улучшать преподавание по всей стране? Батюшек в школы направлять? Ну, ведь для работы в школе просто необходимы специальные педагогические навыки. Учитывать необходимо детскую психологию. Грамотных священников по большей части в вузах этому не учили. Это в своем приходе, когда силком никого не затаскивают, его внимательно выслушают всегда. А у детишек грустный батюшка может и не вызвать желание вникать в его слова. Все же учить детей должны профессиональные педагоги. А учить учителей по всей стране как раз и поможет новая интернет-программа с умным названием «Клевер Лаборатория», созданная под руководством митрополита Евгения, который также возглавляет синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Поэтому синодальный отдел образования совместно с партнерами сняли 10 короткометражных фильмов, роликов, 7-минутных, которые
можно включить в урок, который можно включить в какие-то домашние задания для детей. Получился целый сериал «Девочка и робот». Пока что из 30 тем уроков мы сняли только 10, но работа продолжается. Я надеюсь, что мы эту работу доведем до завершения. Кроме того, учителям третьих классов, преподающим основы православной культуры, был представлен новый учебник, работу над которым возглавляли митрополит Евгений и президент Российской академии образования Ольга Васильева. Мы в сентябре получили уникальнейшие экземпляры учебников. И сегодня они прошли экспертизу, и мы в ближайшее время получим приказ Министерства просвещения Российской Федерации, который включает их в перечень, который обеспечивает доступность и право использовать их в образовательной программе. Поэтому сам по себе очень материал интересен.